Совсем недавно засветился сетевой ужастик The Flock, который использует очень интересную идею. Идея же заключается в том, что игра будет постепенно самоуничтожаться, поэтому сетевой мультиплеер будет постепенно вымирать, словно мамонты или честные чиновники. В общем, обойти стороной столь интересную игру мы никак не могли, поэтому с вами вновь крупный игровой портал Game Awards. И мы вновь рады представить вам свой новый обзор. The Flock представляет собой постапокалиптический хоррор, где вам приходится постоянно прятаться, догонять и глядеть во все стороны. Впрочем, уже скоро все это закончится. Но даже не потому, что вас это просто за***ет, а потому что уже в самом коде игры заложена такая деструктивная хрень, которая по истечению кое-какого условия уничтожит клиент игры. Условием служит таймер смертей игроков, поэтому, достигнув определенного числа, произойдет страшный сон всех геймеров. И кстати, под словом «уничтожит клиент» значит то, что игра пропадет с полок магазинов, и вы больше никогда ее не сможете купить. Она больше никогда не заработает, и включить ее тоже никогда не получится. Еще раз повторяю, ее больше никогда не смогут включить. В общем-то, это и есть основная вишенка этой игры. Кроме этого, авторы рассказали о том, что когда их сраный счетчик покажет заветные нули, то он покажет каждому игроку не только количество смертей, но и еще какой-то сюрприз, который будет связан с игрой. Что именно они там покажут, неизвестно. Может, бабу, которая вылезет из торта и будет светить своими шарами, словно проекторами. А может, огромную надпись «Мы вас на***». В общем, эта деталь заинтриговала очень многих игроков. The Flock – уникальная игра, уникальная тем, что является чисто сетевым шутером, ведь чисто сетевые шутеры – большая редкость. Причина заключается в том, что порой игроки не могут отыграть роль самца, поэтому некоторые не просто мясо не могут принести, но и даже жопу подтереть. И это все образно, конечно. Если коротко, достаточно трудно создать такую атмосферу, где было бы комфортно играть каждому игроку, независимо от их онлайна. Так что у автора в первую очередь стояла задача воспитать игроков так, чтобы все играли по правилам, то есть заставить игроков играть, а не позволять им в игре перед экраном, пока происходит движуха. Если с ботами и скриптами все достаточно просто, то организовать игроков для работы, заставить их работать над атмосферой – задача очень непростая. Девелоперы справились с этим частично. Они создали правила и атмосферу. Четыре сраных хищника выступают против всего лишь одного героя. Тьма, угнетенная атмосфера, безвыходность, текущая от страха дерьмо поляшкам – всего этого в игре хватает. Механика в игре простая, поэтому отлично приелась для пряток и охоты. Как только в игре происходит сигнал, появляется артефакт. Этот огрызок же достается самому умелому охотнику. После чего некогда вполне дружелюбная компания начинает гонять бедолагу, который забрал артефакт по всей территории. Именно на этом этапе и начинается все самое интересное. Игрок будет беззащитным перед остальными вечно прыгающими против которых есть лишь одно оружие – свет от артефакта. Когда этот свет коснется вечно прыгающей твари, то она сгорает и разваливается на куски. We'll be right back.
Вот только если ваш свет попадет на движущегося монстра, тогда у вас из жопы вывалится куча кирпичей. Дело в том, что в движении завалить этих тварей нереально, так как они покрываются защитными пластинами, которым свет до одного места. Причем, когда ты об этом узнаешь в игре, а не в обзоре, становится нереально страшно. А если до вас дотянуться хоть разок, тогда вы стопроцентный труп и с этим ничего не поделаешь. Именно поэтому приходится постоянно переглядываться. И именно поэтому в игре страшно до дыр в трусах. Эти игровые упыри, в свою очередь, постоянно кружат вокруг своей жертвы. Стоят где-то спокойно и ждут момента, когда герой начнет ебать и вырубит свой фонарь, чтобы сожрать его. Наверное, многие думают: подумаешь, я бы забился где-нибудь в углу и светил постоянно. Я тоже так думал, пока не понял, что фонарь заряжается от передвижения и нужно двигаться до контрольной точки. При этом ты постоянно понимаешь, что который тебя преследует, не один. Их целая пачка, целая пачка. Все заметно усложняется за счет того, что врагов много, а ты один. При этом эмоции постепенно начинают бить через край, потому что в твоих руках лишь недофонарь, который заряжается только тогда, когда ты движешься. Эмоции постепенно начинают заполнять голову, нервишки начинают шалить, ладошки начинают потеть, и это первые признаки того, что вы сейчас наложите огромные кирпичи. И пусть в игре графика не очень, играть все равно страшно. Помимо плохой графики, ни одну идею в игре авторы нормально не развивали. Через пару часов игры ощущается острая нехватка игровых режимов, новых врагов, возможностей и арен. А если учитывать то, что именно это делает сетевые игры затягивающими и увлекательными, то становится обидно как-то. Паршивая графика тоже заставляет прослезиться. Ну и напоследок о вишенке игры. Счетчик смертей допускает 200 миллионов свободных смертей. Причем в момент релиза игры, после упорных игровых партий игроков, не было достигнуто и 100 миллионов. И если учитывать то, что игроки погибают в игре не слишком часто, то игре жить придется вечно. Забавно будет в том случае, если быстрее вымрут игроки с фонариком, чем сам игровой клиент. В итоге нашумело The Flock очень сильно, но от авторов толком ничего не было сказано. Причем игра является очень дорогой и очень короткой. Буквально через пару часиков игры The Flock становится смертельно скучной. Конечно, нельзя сказать, что игра является совсем никакой, но как-то слишком сильно влюбиться в этот жанр невозможно. Дизайн локаций, графика, звук, геймплей – все это немного трухляво смотрится на фоне шума, который создала игра. И на этом все, так что пока еще счетчик убийств не обнулился, скорее поспешите в игру. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.